И в момент, когда у тебя команда вперед, ты делаешь шаг вперед и рывок вперед. Если она делает оборот вокруг себя, не должна сделать, потому что у нее рывок вперед будет. Вот. То ты ее не пускаешь. Если она просто делает рывок вперед, понятно? Хорошо. Выходи на эту линию двух этих. Вот линия. Выходи ближе, сюда и сюда. Три. На середину где-то иди. Надо понять, что от нее хотят. Вперед. Ты даешь команду вперед? Тихо. Куда? Никаких команд. Развернулась. Сюда. Тут на меня. Развернулась. И пошла. Пошла. Апортик. Какую команду ты даешь вперед? Али. Идешь на... Точно идешь на стол. На стол. Так, поворот в ту сторону. И говоришь команду. Говоришь. Тихо. Али. Спокойно. Нет. Али. Спокойно. Перевозбудили. Спокойно. Рядом команда. Спокойно. Чуть покороче поводочек возьми. Хорошо. Так. Шаг вперед, посыл вперед. Али! О! Оно! Води. Еще раз. Дон. Спокойно, не возбуждай ее, не... Спокойно, сидеть. Сюда идешь? Меня. Поворот в эту сторону. Тихо. От твоих команд только посыл. Вперед! Али! Все! Все. Дальше все то же самое, но с остановкой. С остановкой и шаг. Понятно? Ты делаешь то же самое с остановкой, но шаг вперед. Понятно, да? Спасибо. Мне Саша то же самое показывает.
показываю. Я так делаю несколько раз, но, наверное, не постоянно. Это надо долго делать.